сырники на гриле – чудесный вариант полезного, вкусного и аппетитного завтрака. Они получаются нежными, мягкими, но при этом совершенно не жирными. Это прекрасная идея для детей и взрослых. Чтобы сырники хорошо держали форму, я рекомендую не сразу их жарить, а дать творожной массе постоять хотя бы 30 минут. Если утром времени катастрофически мало, сделать основу можно с вечера. Благодаря ребрам грильского роды у сырников невероятно аппетитная корочка. Одним словом, рекомендую. Творог 300 грамм, яйцо 1 штука, сахар 2 столовые ложки, ванильный сахар 10 грамм, крупа манная 1,5 столовые ложки, сливочное масло 1 столовая ложка, растительное масло 1 столовая ложка, мука 4 столовые ложки, примерно. Количество порций 6. Творог лучше брать пожирнее, тогда сырники получатся вкуснее. Соедините творог с яйцом. Если творог суховат и крупными кусочками, предварительно протрите его через сито. Добавьте обычный ванильный сахар. Все тщательно перемешайте, всыпьте манную крупу. Еще раз перемешайте и оставьте на 30 минут. Электрогрильницу или грильского роду смажьте растительным и сливочным маслом. Из творожной массы сформируйте небольшой шарик и обваляйте его со всех сторон в муке. Выложите сырники на сковороду. И жарьте на среднем огне до румяной корочки с двух сторон. Сырники на гриле готовы. Приятного чаепития!